раз в два года, хотел сказать ежегодно, ежегодно это будет очень много, да, это очень много. Значит, этот год он своеобразен с точки зрения подготовки к форуму. Почему? Потому что я бы хотел отметить такой момент, что впервые на заседании Государственного совета Республики Татарстан была заслушана наша информация общественной палаты о состоянии институтов гражданского общества в Татарстане. Это очень важный момент был, он и с политической, и с практической точки зрения, и, конечно же, это послужило так, дополнительным таким политическим рефреном в подготовке форума, о котором я скажу. Образован комитет по подготовке во главе с Шахразеем Василием Гаязовичем. Он председатель комитета, я заместитель, сопредседатель точнее. Хотел бы отметить цели форума, то есть почему проводятся такие форумы. Конечно же, два года – это приличный срок, и за это время много происходит, и много новых организаций общественных появляется, а их у нас около 6 тысяч, если в целом брать. И, конечно же, есть прямой резон посмотреть, что у нас произошло за два года, в каком направлении мы движемся, какие приоритеты у наших социально ориентированных некоммерческих организаций, в какой сфере они, значит, наибольшую проявляют активность и так далее, и так далее. Посмотрим лучшие практики, которые наработаны в Татарстане за два года. Хотелось бы также отметить, что эти лучшие практики будут представлены на самом форуме. О формате этого форума я чуть позже скажу. Поэтому это очень важный такой смотр нашей общественности, наших сил, наших активистов, в том ли направлении мы движемся, на что обратить внимание, и о чем Олег Владимирович и Юлия Ивановна будут еще подробно говорить. Формат какой, хотел бы отметить. Намечен форум, пленарное заседание на 1 декабря с участием президента, но это пленарное заседание. Но до этого, в течение вот этих месяцев, особенно сентябрь, октябрь, ноябрь, мы планируем провести такие круглые столы, если хотите, или секции, которые будут рассматривать ряд вопросов. Я их назову обязательно для того, чтобы вы поняли, насколько широк круг проблем, которые будут обсуждаться. На этих секциях они будут проходить не только в Казани и не только на площадке, допустим, общественной палаты или еще в каком-то одном месте, а будут проходить в различных местах. И затем уже на пленарном заседании 1 декабря мы подведем как бы итоги, с которыми выступят наши активисты, выступит общественная палата, и мы надеемся, выступит и даст определенные целеполагания президент нашей республики. Какие, значит, вопросы? Но прежде чем я хотел сказать, что около 1000 участников мы ожидаем. Скоро начнется регистрация через систему интернет, регистрацию желающих поучаствовать в этой работе. Так что, значит, вы можете следить, отслеживать эти проблемы. В этот период также, пока я хотел бы отметить, планируется и присуждение ежегодной премии президента за вклад в развитие Института гражданского общества, о чем мы сообщим вам отдельно, соберем на брифинге или на пресс-конференции, там есть другой комитет, но это тоже укладывается в рамки подготовки вот этого форума. Вы знаете, что в России такой премии президентской нет, это впервые было. И, значит, третий год подряд мы будем вручать эти премии, точнее, президент награждать и будет вручать премии за вклад в развитие Института гражданского общества. А какие секции? Я все-таки хотел бы обратить ваше внимание. На сайте это все есть, вы можете будет посмотреть. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».